Данная клетевая установка отвечает за спуск в шахту груза. По сути, от нее зависит, насколько вовремя на тот или иной горный участок первого колейного поступит необходимое оборудование. Поэтому и такое внимание к годовой наладке. Сама подъемная установка состоит из целого ряда узлов. Как минимум раз в год ее перебирают по деталям. Это все разбирается, смотрится, проверяется, дефектоскопия проводится. Какие-то есть там резиновые манжеты, если что-то порвалось. Все это идет на замену и заново собирается. Параллельно ведутся работы по электрической части. На работы по годовой наладке клетевой установки отведено 8 суток, но только 5 из них она полностью находится в неподвижном состоянии. Занимаются всеми работами не только подрядные организации, но и сотрудники самого участка шахтных подъемов. В пятницу провели испытания уже, машину запустили в работу, так что рудник у нас не останется без материалов. И сейчас мы, согласно графику, заканчиваем проведение годовой ревизии наладки. Кстати, в здании подъемных машин ствола 2БИС готовится к монтажу другого важного оборудования – пульта управления. Прежний морально устарел, на смену ему придет усовершенствованный. Новую элементную базу, то есть это уже светодиодные лампы, индикация. Работа машиниста подъемных установок может быть принципиальной и не изменится, но как минимум станет комфортнее. В подъемном комплексе от шкивов до самого рудника мелочей не бывает. Алексей Запутреев, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».